Радио Вести. Главные новости. Максимум мнений. Здравствуйте всем, кто в этот час нас слушает и смотрит в онлайне. Радио Вести приглашает каждого из вас в программу Дубль Каждый понедельник с 19 до 20 часов вечера мы говорим об украинском футболе и о том, что происходит вокруг игры номер один для нашей страны. По правому флангу атаки в нашем эфире играет футбольный голос Украины, комментатор канала Футбол 1, Футбол 2 Виктор Вацко. С левого фланга его поддерживает ведущий Радио Вести Слава Варда, ну а в центре поля всегда наш гость здесь сегодня. Это легендарный украинский футболист, игрок киевского «Динамо» и национальной сборной команды страны. Футбольный министр обороны, который теперь является главным тренером молодежной сборной команды Украины, Александр Головко. Здравствуйте, Александр Борисович. Добрый вечер. Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер. Перед тем, как мы начнем, скажу важную вещь для слушателей и зрителей, тех, для кого мы делаем этот проект. У нас есть официальная страница W в Фейсбуке, где каждый из вас имеет возможность присоединиться к нашей дискуссии, задать свой вопрос нашему гостю, выиграть подарок от Радио Вести. Сегодня это мяч с автографом Александра Головко, для нашего победителя, которого наш гость выберет в финале программы. Так что заходите в Фейсбук, находите нас, присоединяйтесь к беседе. Ну что, Виктор, я Буцу разудил, трибуны замерли. Поїхала. Олександр Борисович, добрий вечір. Е, і вперше зустрічаю вас у 2016 році, незважаючи на те, що нас останні роки так доля тісно зв'язала е, у співпраці в Медіапросторі, тому публічно вітаю вас е, із призначенням е, на нову посаду. І хочу одразу запитати, я довго думав, з чого почати нашу сьогоднішню розмову. І е, хочу почати: знаєте, з чого? А скажіть, будь ласка, ви стежите за кар'єрою Гарі Невіла? Ну, приходится следить, потому что мне его вот часто в пример ставят. Не знаю почему, но, наверное, связано с телевидением. Так. За, за карьерой как футболиста смотрел, за карьерой как телеведущего нет, но... А за карьеру тренера? Нас, наслышан. За карьеру тренера? За, за карьеру тренера нет. Ну, вы знаете, что э, наши коллеги, журналисты, порівнюють вас и Гарри Невилла, называючи найкращими телевизионными, найглибшими телевизионными экспертами из футбольного света. Э, Гарри Невилл, Очолив Валенсію зараз. Ви очолили молодіжну збірну Україну. Я хочу побажати відразу вам, щоб у вас складалось там краще ніж у Гарі Невіла, який 11 матчів не може виграти. А, спасибо большое. Жалко, що пока ми не можемо зустрітися на полі як тренери, потому что все-таки я і он клуб. А вот но еще жизнь життя футбольна длина, в тому числі тренерська. Скажи пожалуйста, ласка, читал ваше интервью. Вы розповідали, что домовились про контракт на 4 роки из Федерации футбола Украины, але контракт не підписаний. Вже підписали? Нет, контракт еще не подписал. Дело не в контракте, дело не в сроках. Поймите, что мы, я по крайней мере, занимаюсь любимым делом. Вот и все, что связано с контрактом, это юридическая часть. Она как бы ну, не настолько, как мне кажется должна на этом застряться фактор, да, то есть меня интересуют совсем другие вещи, при том, что контракт, он как бы дает определенную страховку как и мне, так и Федерации футбола, не более того. То есть это чисто технический момент, я не думаю, что об этом стоит говорить. А говорить о сроках, так это вообще для тренера это интересно, потому что я говорю, что мы работаем в режиме микроциклов, то есть все, что ближайшее выигрываешь, ты тренер. Если начнутся поражения, то здесь начнутся вопросы. Естественно, что нужно будет постоянно доказывать свою профпригодность. Это на первом деле. Так что давайте будем надеяться, что всю каденцию, о которой был разговор, то есть это уже следующий отборочный цикл на Евро и попадание на Олимпиаду. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас все получилось. Что значит, мы працюем в режиме микроциклев? Это э, говорит о том, что тренер как бы много себе в э, любой профессии есть, знаете, какой-то срок, когда человек работает, и ему кто-то мешает, кто-то не мешает. Тренеры всегда судят по результату. То есть, каким бы он ни был умным, каким бы он ни был там бывшим футболистом и хорошим человеком, есть результат, тренер работает, результата нет. Находится другой человек, который будет это делать. И тем более, что касательно. Сборных команд, где ничего, как мне кажется, опять же лично свое мнение не скажу, кроме результата, не должно интересовать, потому что ты, по большому счету, являешься как бы госслужащим. Вот, потому что на каждом турнире, на каждом матче ты выходишь как человек, представляющий страну. И вы прекрасно понимаете, что такое спорт. Многие говорят, что спорт не политики, то есть это ну, неправда. То есть самая сильная политика это футбол в Украине. И каждый матч, когда есть, ты, ты проводишь уже как тренер, Ти прекрасно розумієш, що ти выходишь выигрывать. більше здесь другого не дано. Це соціальне, я ще. Олександр Борисович, а приклад Рамоса вас нічого не навчив. Контракт це захищеність тренера. Контракт підписаний належним чином, правильно підписаний, не так, як зазвичай у нас це роблять. Рамос робота за кордоном. Ну. Вот и он вернется домой я и будет. Вроде... Вроде не про. Да, да, да. Но я говорю о том, что какой бы ни был контракт, то есть человек, ну я так понимаю, то профессионал в своем деле, он прекрасно понимает, когда ему нужно уйти, либо как ну, ли ему бороться за свои определенные права, которые там кто-то как-то или нарушает. То есть если есть, э, ну скажем, отсутствие результата, да, если чувствуешь какое-то определенное давление, то ну что контракт Лиш... лишнее как Я понимаю, что есть контракты там на миллионы долларов, да. Там, и мы будем говорить о том, что один или два потерянных миллиона это действительно большие деньги. Когда это идет сумма, там, ну, если можно так говорить, там в современном футболе каких-то там тысячах долларов и не десятки тысяч, то, скажем так, и твой авторитет и все остальное он будет этих всех ну, выше, если можно так говорить о деньгах, да, выше немножко вот всех неприятностей, которые могут возникнуть при расторжении контракта. Кто кому что-то должен, как я работал и все остальное. То здесь, в принципе, как мне кажется, должно быть нормальное мужское отношение к тем вещам, которые понимают и твои руководители, и ты как специалист, который работаешь. То есть мы сейчас, я так понимаю, на этом этапе друг другу нужны. И я как специалист для Федерации футбола, и мне как Федерации футбола, как мой работодатель, и который, скажем так, дает мне возможность заниматься любимым делом. Я пропоную раскрыть небольшую таймницу для наших глядачей, слухачів. У 2013 році вас запрошували на роботу Львівські Карпати. Я знаю, після цього у вас ще було кілька пропозицій від клубів України. Ви ви навіть в переговорний процес не вступили, взяли час подумати історію з Карпатами розповідаю. І відмовились. Вони захотіли вступати в переговорний процес. Ви зараз, уже кілька років працюєте із збірними командами. Вам тренерський досвід тренера. сборных команд ближе, чем клубно. Почему вы відмовлялись от прибрать от работы в клубах в Україні? Ну, У меня не было, скажем так, большого сумма выбора, да, чтобы я отказывался от одного, второго, третьего. Да, были там пару-тройку предложений, на котором, на, данном, на том этапе, когда я принимал решение, я все-таки считал и до сих пор считаю, что именно по интересу работы, по качеству работы, да, то есть интереснее работать все-таки в сборных командах, потому что есть определенная перспектива, есть ну, скажем так, интерес, когда начиная сначала с ребятами, то есть начал работать в 2007 году с возрастной группой 15, 16, 17, 18 лет, когда ты сначала должен как бы определиться, кто ты вообще есть, тренер или не тренер, потому что все футболисты, многие футболисты заканчивают э, играть в футбол идут сразу тренировать, но вся большая проблема, что футболист не знает, как тренировать. Это я сразу вам говорю. То есть у меня была та же самая проблема, то есть я не знал, что делать. То есть я мог тренировать на уровне, ну, скажем так, наверное, какой-то второй лиги. То есть и знания у меня были те, которые у меня были в футболе. То есть я был хорошим футболистом, а я был никакой тренер. Вот. И для того, чтобы стать каким-то более-менее тренером, который в чем-то, еще раз говорю, в чем-то разбирается лучше, чем в одном или втором, для этого мне понадобилось, наверное, сейчас уже 8 лет. Вот. И говорить о том, что нужно было идти в клуб или не нужно, в клубе работа более понятна. В клубе от тебя все зависит. То есть, и, наверное, она там и оплачивается по-другому, наверное, там и возможности есть другие. Но пока, я скажем, не все сказал, наверное, на уровне сборных команд. И вот вот фу те движения, которые есть у меня, буду за себя говорить, они как бы поступательны. К чему говорю? То есть неудачное, достаточно неудачное выступление со сборной 92 -го года рождения и очень удачное выступление. Не беру сам чемпионат Европы 1 и 2 по младшим юношам, по 17-летним и по 19-летним. И то есть то, что ты уже мог дать как бы и себе научиться как, как тренер и отдать футболистам, я сделал. И вот то решение, которое было, опять же, спасибо и президенту федерации, и исполкому, да, что как бы мою кандидатуру поддержали, это новый вызов. И я считаю, что э, уровень именно спортивных достижений и сп уровень спортивного интереса в сборной команде, он выше, чем в клубе на сегодняшний день. Вот так я скажу. Учитывая, опять же, моменты, связанные с тем, что, что на самом деле творится в украинском клубном футболе, здесь не все так просто. Uh... Ви зараз так цікаво розповідали про свою тренерську кар'єру, так про, про старт тренерської кар'єри і бачення для себе цього старту, оцінку своїх можливостей дуже вірю. А скажіть, будь ласка, як зараз. Крізь призму власного досвіду, ви ставитись до того, що Андрій Шевченко може, не маючи жодного тренерського досвіду, потрапити в штаб національної збірної України. Багато хто говорить, що у сей гравецький досвід він насамперед повинен допомогти. Ну не мною було сказано, що знаєте, як у кожного футболіста, який хоче бути тренером, у нього є вже так називаємо чіп футбольний, який дозволяє йому з відчувати, що футболіст, коли ну, на футбольному полі. Другое дело, что когда ты футболист, ты отвечаешь за себя, а когда ты руководитель, ты отвечаешь за всех. То есть здесь совершенно разные вещи. Пока Андрей, насколько я понимаю, он идет помощником Михаила Ивановича, вот, он должен однозначно окунуться в эту кухню и посмотреть, насколько на самом деле его воспринимают уже не как футболиста, а как тренера. Насколько он в состоянии ставить перед, уже как я-то понимаю, что если он идет в эту команду, то, наверное, с перспективой быть и главным тренером, потому что Андрюша максималист по сути своей и прийти просто как бы помогать, ну, я думаю, что, скорее всего, перспективы именно такие, что через сборную, как бы окунувшись туда, то есть бояться ничего не надо, так скажу. Потому что если вы ничего не делаете, то у вас ничего и не будет. Вы давайте туда окунитесь, и уже там, там начните работать, тем более рядом должны быть грамотные умные специалисты. Возможно, на этом этапе Михаил Иванович и команда поможет дальше, как это будет. И, ну, посмотрим, может специалист какой-то придет, который будет ему помогать действительно в тех вопросах, в которых он не совсем силен. Делаем паузу и возвращаемся в эфир W. В. и Варда. Шоу Дубль В. Возвращаемся в эфир футбольного шоу Дубль В на радиовести. Виктор Вацко, Слава Варда и наш гость Александр Борисович Головко. Олександр Борисович, тепер вже безпосередньо до справ буденних робочих для вас, звичайно, повернулись із Туреччини, де збірна під вашим керівництвом взяла участь у турнірі Анталія Кап. Скажіть, будь ласка. Наскільки плідним был этот турнир, этот сбор, вы его проводили, по перше в січні місяці, когда футболисты только вышли з отпуска, они, висловлюючись футбольным жаргоном, ну, розкладні, в більшість, большинстве, так? Плюс вы проводили этот сбор без целой группы ключевых футболистов. Какую информацию вы ожидали отримати? и вот насколько задоволен? Сразу, сразу тебе скажу, что я как бы продукт э, советского, или прошлого, настоящего, я не знаю, как прошлого, да, наверное? Вот, что я как бы себя э, оцениваю, как бы я приехал в январе месяце на сборы, да, вот в сборную команду. Но не в том состоянии, в котором приехало человек 6 или 7. В, в гиршему, чи в кращему? Ну, наверное, лучше. Есть, по крайней мере, я бы к этим сборам готовился, потому что для меня было определенное как бы, удивление, вызвало то, что ребята, многие из них приехали не готовы как бы вызовы были, понятно, они кто-то начал раньше, но сейчас такая, такая, молодежь, что если сказали приехать, они приедут за день, а тренироваться начнут за два дня до того, как сборы начинаются. Для меня это немножко непонятно. Поэтому очень информативные были сборы, потому что мы собрали, ну так, если в двух словах сказать, общий круг кандидатов с учетом четырех годов. А мы еще не утратили, скажем так, шансы побороться все-таки за евро, которое будет в следующем году, да, то есть там 20-17 больше. Вот, то есть мы хотим, не хотим, учитывать нужную возрастную категорию 94-97 года рождения. То есть, как видим, 4 года этих ребят, которые в состоянии решать проблемы, именно проблемы высокого уровня, то есть выхода на чемпионат Европы, их не так много, хотя я могу назвать там 50 с чем-то фамилий, вот, которые как бы перспективные ребята, которые должны играть. И вот тех, кого вызвать хотел, действительно с ними познакомиться, действительно понять, что такое э, молодежная команда, потому что одно дело, да, у меня есть опыт выступления на чемпионате Европы в течение двух лет, это было два раза, вот и со старшими юношами в том числе, вот, но уже именно с молодежной командой, когда ребята уже играют в клубах и когда с ними уже, ну, наверное, не нужно как с детьми, вот, да, и нужно уделять внимание, естественно, нужно общаться, нужно требовать, все это все, все как есть, но вот уже как бы мне, мне так казалось, да, что здесь не нужны вещи, которые связаны не с футболом. То есть когда мальчик, да, если можно говорить, там или парень приезжает в сборную команду, то есть это должно как для него быть действительно вызовом таким. Сейчас этого нет для многих, потому что каждый решает свои клубные вопросы и вызов в сборную для многих был, кстати, ну хочу поеду, хочу не поеду. То есть это меня как-то насторожило. насторожило. Вот. Но когда все ребята приехали, в принципе, знаете, что такое знакомство? То есть когда все смотрят на меня с настороженностью, потому что, как бы, ну, наверное, кто-то где-то слышал, где кто-то, возможно, еще помнит, как там одно дело играли, другое дело сейчас, стоит я такой, как тренер, никто меня не понимает. Но вот за эти две недели я попытался объяснить свое видение, то есть и тот уровень изначально культуры, который мы будем создавать, культуры и общечеловеческой, и футбольной в том числе. Вот, на что мы будем обращать внимание, то есть поставлены были определенные цели, критерии, озвученные, за которые я буду спрашивать с них, именно как с футболистов, и для многих ребят это оказалось, как бы они к этому оказались не готовы, как мне, опять же, как с моей точки зрения, вот, и чем хорош этот турнир? Он, с одной стороны, тяжелый, потому что, ну, очень тяжело, сейчас вам скажу, за 11 дней сыграть 6 игр, именно в, 6 игр в январе месяце. И да, мы взяли 24 футболиста, но эти 24, они не были однозначны и неравнозначны. То есть у меня пришлось, там центральных защитников было всего трое. И хочешь не хочешь, одни должны были играть там три дня подряд потом. Ну, то есть мы пытались варьировать составом, мы пытались, чтобы избежать травм, хотя это у нас, естественно, не получилось, потому что хочешь не хочешь, на полусилиях такие турниры играть ну, вообще нельзя. А еще раз я в самом начале эфира вам напомнил, что сборная интересует только победу. Вот когда будут, и это правильно, знаете, когда говорят, что сборная готовит ребят для первой команды, это все понятно. Это как бы стратегия определенная. Но э, она должна готовиться, команда, на победах. Тогда у тебя будет, естественно, там, чувство победителя, у тебя будет требование, когда каждый ближайший матч играть по максимуму. То есть было очень... Э, как мне показалось, с моей стороны э, очень требовательно. И многие оказались просто к этому не готовы по разным причинам. Вот. Ну, тем интересно было для меня, что как бы я сразу окунулся в эту работу. И сейчас прекрасно понимаю, что, допустим, человек из этих 24, то есть, наверное, в общей сложности на, после этого сбора становится человек 10, с которыми ну, мы будем продолжать сейчас работать. Это не значит, что футболисты те, которые были, то есть я ни в коем случае никогда не ставлю ярлыки ни на футболистах, ни на людях, то есть все имеют право на ошибку, тем более молодой человек имеет право на ошибку. Другое дело, что сейчас ну, такой, такие обстоятельства, что мы хотим, не хотим, в сборной команде нет... Ну, как бы, то есть, есть люди которые приезжают и должны быть готовы но еще я могу про тильки результаты сантименты? я буду об этом говорить и когда еще раз говорю я говорю сейчас именно как тренер который занимается ну, лучшими футболистами да то есть моя задача это селекция то есть я не, не забираюсь набором или отбором то есть это пусть занимается в детской школе то есть у меня сейчас тем более чем выше сборная это лучше из лучших то есть что мы, что мы делаем? Получается, что для того, чтобы человек прогрессировал, любой там человек, то есть это либо команда, либо футбольная команда, либо даже у вас здесь в студии, да, мне нужно этого человека как бы поместить в конкурентоспособную среду с качественными условиями работы, с качественным требованием и, естественно, наверное, с хорошим уровнем специалиста как тренер. И вот здесь они будут тогда расти. И сейчас меня интересуют именно эти футболисты, которые приезжают ко мне, и мне нужно решать задачи именно победы. не задачи уговаривать кого-то либо какими-то там вещами связаны здесь с киїнуским футболом заниматься так это, это не здесь Алексович дивіться перед поскю в Туречину ви в своє інтерв'ю говорилии, что вас холюют пять позиций на самборе: вратарь, два центральных защитника, упорный пив центр форвард. Не только меня, Тут... не только меня, я высказал мнение, которое как бы витает. Может я его просто озвучу? Так, все ну, это... А вот турнир в Туреччине, да, в возможность, ну, когда я кому-нибудь турбот. я чувую Питкивка, дуже, дуже пристойно выглядела вот вратарь. Рома, если можно, не знаю, слушает он меня не слушает, да? я обычно там фамилии не называю, вот и сегодня только имя скажу. То я не від Ром... Вас Ром... 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 Рома... 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 Рома Рома Игровик, если так кто меня понимает, футбольные люди. Да, то есть это человек, который играет в воротах, мне это нравится. При том, при всем, что у него есть определенные качества, и опять же, есть и проблемы, связанные с его конституцией и все остальное, но он, он мне понятен, как, как футболист, понимаете, то есть обязательно должна быть конкуренция на этих позициях, и дай бог, это она будет, не буду называть фамилии. По центральным защитникам здесь дилемма какого плана, что ребята 94-95 года рождения, они качественные ребята, которые играют сейчас, вот, но у них это получается как последний год молодежки. То есть в этом году они должны уже к осени, как бы, все закончить. И а вот э, линия обороны 96-97 года у меня определенное беспокойство вызывает. Александр Скажу... ну, вам потребно зараза задание вы вот Вы сами сказали, что на... да. в Польше хочется вы потрапить. Да, да, я буду решать задачи. Естественно строя команду уже, которая будет стараться в следующем этапе работать. Эта команда 96-97 года еще раз говорю, она должна строиться на каком-то фундаменте. То есть это фундамент, это победы, которые сейчас есть. Именно этой сборной 94-95 у -го вас складная ситуация турнирная. И одна невдача ставит хрест на всем задании. Вы будете в таком случае, не дай бог, не дай бог, мы все за Украину болеваем, за наши сборные разных видов спорта и вековых категорий. Вы будете уже далее напрацьовывать склад на наступные Я бы уже сейчас этот склад, скажем так, нарабатывал. Одно, один нонсенс. Не нонсенс, есть одна такая вещь под названием участие футболистов, которые могут играть за молодежную команду, своих в своей вековой категории, за свои команды. То есть, допустим, ребята 96-го года рождения, они сейчас готовятся к Лиге чемпионов, да, которая будет вот проходить сейчас дальше. Ребята 96-го года, допустим, шахтера, они поехали в, в Америку, полетели со своей командой. То есть есть определенные какие-то трудности, да. Команда 97-го года рождения, где как минимум сейчас я уже могу 4 или 5 человек спокойно привлекать в молодежной команде. Еще раз говорю, спокойно. 97-го? Да, 97-го года. Они сейчас едут с, с Кузнецовым на, э, на элит-раунд. А вы можете назвать людей? Нет, Презуще... я же сказал, вы... что фамилию называть не буду. Друзья, первый тайм мы уже отыграли у нас э, свисток, и тут очень интересное сообщение. К нам на сайт пришло. Смотрите, через 10 минут начинается 1-4 финала чемпионата Европы по мини-футболу. Э, Украина-Сербия. Трансляция по Евроспорт 2. Озвучите в эфире. Давайте поддержим нас. Через наших, ну, 4, 4 Да, давайте, давайте поддержим. Давайте послушаем мои свежие новости на радио Вести и вернемся в эфир футбольного шоу Дубль Виктор Вацко. Слава Варда и Александр Головко. Будьте с нами. и Варда. Вацко и Варда. Шоу Дубль В. Реклама. Вероятность встретить знаменитую теннисистку, выбивающую ковры, один к миллиону. Вероятность того, что она выиграет турнир, два к одному. Пари-матч. Играют они, выигрываете вы. Реклама. Ну а вероятность выйти на второй тайм футбольного шоу Дубль В у нас стопроцентная. Виктор Водско, Слава Варда, ну и атаки наши великолепно сдерживают футбольный министр обороны. Ну а сейчас главный тренер молодежной сборной команды Украины Александр Головко. Продолжаем беседу. Я все-таки буду атаковать, Александр. Да, вас я, вас я не выйдет сегодня. Я буду, я буду стараться защищаться. Вас не выйдет сегодня без призвач, Александр Борисович. Зіграти цей матч, тому що ну дві людини, про яких зараз дуже багато говорять в цей зимовий період, про першого почали говорити дуже серйозно з вчорашнього дня. Я маю на увазі Івана Петряка, за якого зараз. Торгуються Динамо Київ і Донецький шахтар за повідомленнями змі. Сьогодні генеральний директор Луганської зарі це підтвердив пан Рафаїлов. Е, от Петряк для вас це гравець національної чи молодіжної збірної? Я з Петряком не знаком, я только смотрю його в... телевізору. Да, ага. я можу оцінити його дійсно тільки коли він приїде ко мне зборною. Я посмотрю йому в глаза. Вот, если его возьмет к себе Михаил Иванович, ну, вопросов нет, тогда он будет сборной Михаила Ивановича, и тогда спрашивать нужно будет либо у него, либо у Андрея Шевченко, тогда, <laughs> насколько Петрак футболист. Потому что, когда э, их не видишь именно в команде, как они себя, ну, знаете, как не только как на, по телевизору, да, как они ведут себя в быту, как они ведут себя в тренировочном процессе, то есть как они воспринимают информацию, тогда я могу уже какое-то мнение о нем сложить. Пока, э, то я так же, как и вы, слежу за тем, то есть насколько парень растет, главное, чтобы он в этом тоже не заблудился. Вот, потому что мы сейчас все начинаем говорить о деньгах, но давайте будем говорить о том, что давайте иногда, может, и без денег поиграем в футбол. Все-таки футбол ради футбола, потому что уже, сейчас все уже идет в коммерцию, и наши молодые ребята, ну, не, не скажу, что все, да, но многие начинают терять футбол за теми вещами, которые происходят, ну, скажем, в прессе и во всем остальном. Поэтому я бы здесь хотел, пусть Скажем так, президенты занимаются своим делом, а футболисты должны заниматься своим делом. То есть он должен тренироваться и быть всегда в том Ну, Вин же знает, Вин же читает, Вин бачит эти цифры, там, миллион, они, два они, миллиона. Они влияют на него. Это я сразу Вплывают? скажу. Сто процентов. С одной стороны, они как бы стимулируют его, с другой стороны, они ему мешают. Доброе. Інший футболіст для вас значно ближче, я маю на увазі Зінченка. Ви зізнали, що ви порекомендували його заграти за національну збірну України. Тобто, ви стали винуватцем цього, того, що розгорнулося глобально. А скажіть, Олександр Борисович, Он действительно готов играть уже зараз на наивысшему дорослому ревне на уровне первой сборной ну, головной да, команды Украины. Да, да, конечно, не будем. Все молодые футболисты могут, могут играть. Другое дело, что стабильности не будет 100%. процентов. То есть он может дать, дать очень хорошую игру, может провалить игру. А на уровне задач, которые стоят перед первой командой, там нет возможности сыграю или не сыграю. Для этого. Как бы там ни говорили, существуют молодежные команды, существует а молодежка, опять же, существует вторая уже молодежка, да, то есть U-20, где футболисты, которые по разным этапам еще не получают практику стабильную в своих составах, да, вот, где-то еще чисто по возрастным каким-то моментам не доходят они, то есть как бы созревают. Для этого есть грамотные специалисты, в первую очередь, это тренеры команд, которые подпускают осторожно очень резерв, да, то есть... И сначала должны отыграть скрипку наши ветераны, да, если играть первую команду, да, там команда достаточно уже, ну, так, ветеранистая, <свят> мягко сказано. Ну, так. Потому, а в середине поля люди, которые, как мне кажется, опять же, скажу свое мнение, вот, достаточно креативные и любящие именно футбол, именно как футбол, то есть таких людей нужно держать, и за них нужно действительно бороться, то есть, и этот, ну, скажу, история с Аней Зинченко, она я надеюсь, что все-таки она выльется в то, что парень будет прогрессировать. Ну, вы, Саша Зинченко, бачите, на какие позиции? Вин вас играл центральным пивзахисником в Уфе, вин как вингер, и играя, э, я не дивлюсь чемпионат России, дивлюсь, ну, бачив на риски его матчев, вин дуже сильный в этой Знаете, позиции. с чем Саша интересен, то он очень, ну, скажем, он мыслящий человек, да, то есть он умный футболист. Он умный, и хитрый, можно говорить и то, и то, то, что ум это тактика, хитрость, нет, ум это стратегия, а хитрость это тактика, да, то есть он, наверное, во многих позициях может сыграть, в том числе и когда мы будем играть, и будут такие моменты и без нападающих. Вот он может из глубины в туда включаться. То есть вопросы, чем, чем интересно с такими ребятами играть, что когда ты, с ними можно решать разные тактические задачи под разного соперника, они понимают, они быстро схватывают. Понимаете, вот с ними, с ними интересно. А скажіть, є футболісти у молодіжній збірні для вас, без яких ви не можете виявити свою команду? От як, як, наприклад, не можна уявити національну збірну без Ярмоленка і Коноплянки. Якщо з них немає, вже відразу у нас у людей паніка починається. Слушай, ти по дев'яткам б'єш, чесно тебе скажу. Я не вратар, але тяжело витащить наскок, який у тебе є. Опять мені приходиться називатися. Я не не отвечу тебе, тому що, що раз я управляю. То есть я управляю через людей. Моя задача, как любого тренера, собрать э, в команде ближний круг людей, понимаете, которые будут, вот я реально, вот ты правда говоришь, что любой тренер без 5-6 человек, которые есть в команде, он ничто. Но я сразу тебе могу в ответ ударить твою же девятку. То есть у меня не было еще тех людей, среди которых Я могу в молодіжній команде сказать, что я без них можу обойтись, потому что я ще й в том составе, в котором именно я хочу как тренер, я її не собираю. Окей, скажіть, будь ласка, ви тренер-демократ чи тренер тиран? Як ви себе О, не, Ну не тиран это точно, потому тому ну, що... ну, я не, ж неспроста не, я... це питання поставив. Я знаю, что в молоді в юніорських збірних, в юнацьких на зборах ви відбирали у футболістів. Гаджеты. Вы зараз не, что не значит отбирал? Я не отбирал перед никого ничего. По рисковании, конфисковывал. Я пытался доводить до ребят. Опять же, я никогда ничего не отбираю, потому что на меня могут в суд подать, по большому счету. Если все такие умные, поверьте мне. 5-300 <laughs> вот, по 300, я, и я просто этим... забывают. Забываю. <laughs> я на вас бих. я этим не занимался. Мы просто э, делаем как, пытаемся, по крайней мере, вести так диалог с ребятами, чтобы это наша как бы мысль, которую мы хотим сделать, чтобы она шла от них. Это как одно время, когда мы были, занимались спортом футболом, да, у Валерия Васильевича Лобановского, когда нужно было бегать очень много, не понимая, почему мы это бегаем, что мы делаем, отбирать мечи, зачем это. То есть Васильевич ничего никому не доказывал, он просто строил так тренировочный процесс, чтобы без этого нельзя было просто тренироваться. Вот мы в наших командах, у которых там есть юношеская теперь молодежная, будем пытаться задавать ту культуру и то понимание важности результата. чтобы футболісти самі приносили за день до какие якісь вещи, которые будем мішати готуватися к матчу. Отак, якщо можна, Ясно. Олександр Борисович, зараз, знову ж таки, довкола реформ в нашому футболі дуже багато дискусій іде. І от останнім часом почали говорити про доцільність турніру молодіжних команд. На ваш погляд, якоюсь мірою зацікавленої особи. Краще зобов'язати всі клуби утримувати клуби прем'єр-ліги, утримувати молодіжні команди, проводити окремий чемпіонат між ними. Чи все-таки для розвитку молодих футболістів було б правильно, щоб як в ті ж Іспанії чи в Німеччині клуби, які бажають утримувати молодіжні команди, заявляли їх в нижчі дивізіони, але на професійному рівні друга ліга, перша моя точка зрення Лучше щоб їх заявляли от по іспанському варіанту, тому що тає. Где... Вопрос связанный с борьбой настоящий, то есть, ну как бы так. Да, чемпионат есть, там уровень чемпионата и все. Все остальное понятно. У нас нет такого количества футболистов, сколько есть в Испании. Понимаете, по этой категории определенной, по 19 лет официально зарегистрированных, я так думаю, что в Испании гораздо больше, чем в Украине. Вот у нас как таковой особой конкуренции нет по этим всем, ну возрастным группам. Потому, как мне кажется, что лучше было, чтобы они играли именно вот, ну, допустим, вторая лига там или как там лига Б вот, заявляется, и там, и там, они набивают шишки, которые действительно... То есть все для чего это дело, понимаете, в чем дело? То есть мы, мы сидим здесь и сейчас рассказываем, как бы э, вести себя президентом, который платит деньги. Не, мы не ну, Идут разговоры про то, как будет лучше украинскому футболу. Я запитал просто про, мол... про украинскому развиток Украинскому футболу гравців. будет лучше не в Ю-19, не в Ю-18, а в Ю-6, Ю-7, Ю-8. Почему? Ну, потому Пояснить. что нужно сначала начинать с самых простых азов. Вот, нужно понимать, что такое, если можно говорить, госзаказ, кому нужны эти футболисты, и для чего они нужны, и понимать, в чем дело. Когда они будут нужны стран стране здоровые, крепкие, и э, именно люди, как личность, вот тогда будут строить школы, будут строить поля, будут нанимать э, хорошо оплачиваемых детских тренеров, которые будут за свою работу бояться, которые будут работать не ради зарплаты, а набрать группу по 2 или 3 группы по 25 человек, и все равно, кто выйдет, главное, чтобы работа была. Вот тогда начнется какое-то действительно понимание, для чего это нужно. И, естественно, с этой вот хорошо обученных детей, а эта тема настолько, как мне кажется, серьезная, что тут надо действительно бить тревогу. Потому что люди, которые... Многие, я не хочу никого обидеть, потому что я не пошел работать, кстати, детским тренером, потому что я не знаю, как тренировать детей, честно скажу. То есть это такой надо иметь талант. Во-первых, талант педагога, то есть люби... любить надо, по большому счету, детей. Да? Вот. Но чтобы туда прийти и воспитать что-то, то есть, опять же, на выходе ты должен знать, что ты как бы за свой труд получишь определенные, там, ну, бог с ним, там, в конце концов, деньги, какое-то там звание и все остальное. Но это должен быть определенный действительно заказ от общества. И тогда у нас в нормальных, то есть, это вот говорят, давайте массовость создадим. Ну, слушайте, ну. Массовость как бы создали Качества нет, понимаете в чем дело А качество откуда оно возьмется То есть мы куда ни пойдем, везде все бедненько, все скромненько И там люди пытаются выживать То есть вот, вот я хотел бы оттуда все-таки говорить А все остальное это уже профессиональный футбол Здесь как лучше, ну вы знаете, друзья, вот у меня есть друг, он в следующем году, возможно, будет играть в Е8, Максим Викторович Вацков, вот он тоже слушает, и мне кажется, что очень важные вещи для него вы говорите сейчас, Александр Борисович. Мы уйдем на паузу, вернемся в эфир Дубль-В на Радио Вести. Дубль-В, и Варда на Радио Вести. Шоу Дубль В. Возвращаемся мы в эфир шоу Дубль уважаемые дамы и господа, и время вот так вот пришло для ваших вопросов с Фейсбука. Все, Александр Борисович, я перестаю быть по девятках, теперь я буду... я теперь, не даже, теперь, даже, теперь Наши... даже я, Александр Борисович, а нас слушатели и зрители, очень много вопросов для вас. Опытаюсь. вот, да, вот смотрите. Доброго дня, это Дмитро Болотин. Александр Борисович, где, на вашу думку, может краще прогрессовать в игровом и тактичном плане молодые гравцы, играющие постоянно в основе у нас в премьер-лизе, или за кордоном выходят на лічні хвилини на заміну, як, наприклад, Юрченко, або взагалі перебуваючи в других, в других командах, командах своїх клубів, в інших, напевно, Швед і Вачеберадзе. Дякую. Нет, ну, лучше імпрогредируйте, здесь у нас здесь, потому що, якщо будуть створені умови для цього, понимаєте, в чому справа. Тож, якщо рядом будуть люди, які керують ними і, які ставлять определённые задачі, не тільки там, знаєте, вижити оставить ставить на Но самые нормальные человеческие цели. Послушайте, почему человек должен куда-то за границу уезжать, если здесь будут созданы условия для того, чтобы он играл в футбол на хорошем уровне. У нас нормальный чемпионат, который там развивался до определенного момента. Так что лучше, лучше заниматься здесь. Но еще раз, не все от футболистов зависит. Сергей Макаренко, Александр Борисович, вы в свое время были на просмотре в Ливерпуле и Болтоне. Скажите, пожалуйста, что тогда не сложилось? Ну, не на просмотре был, болты не был. Точно на просмотре, но там вопрос чисто коммерческий. Я, я так понимаю, что нужно было, я заканчивал с футболом, и нужно было попытаться, скажем так, трудоустроиться, но не получилось. Я потом уехал в Китай с Ливерпулем. Вопросы, наверное, и ко мне были, хотя я приехал туда, ну именно уже в Ливерпуль, как бы подписывать контракт, но на самом деле как по приезду туда я обнаружил, что я один из трех футболистов, который с возможным может там в том числе должен был быть просмотр. То есть я оказался к этому не готов. Так им и сказал. И после этого, по большому счету, возможно, вопросы были и финансового плана, потому что те суммы, которые на тот момент ну, назывались, я так понимаю, был куплен сон тогда, где-то раза в три дешевле. То есть, ну, мне, мне тяжело сейчас судить об этом. Следующий вопрос, Серж Дешлюк, По традиции, вопрос специалисту, который работает с молодежью. Топ-5 самых талантливых Ю-21 Украины. Уф, уф, как думаете? Уф, уф, уф самых талантливых, но mm -hmm. давайте будем называть тех, кто есть на слуху, тех, кто куда-то поуезжал, да, наверное, то есть это, ну, если за, за, Сашу Зинченко будем говорить, то есть я буду говорить все-таки за ребят 96 -го года, yeah. диз... потому что 95-94, не могу сказать, то есть я в меньшей степени с ними знаком, Бека Вечебирадзе, так, наверное, Витя Коваленко, так, Цыганков, наверное, так, вот, и здесь я пока дам паузу, потому что это те, кто пришли сразу на ум. П'яте місто вакантно, уважаємо господа футболісти. Но, если Петра, если, давай давайте пусть всі говорять пітряки, да, пусть пітре буде. Петря пусть будете отак. От бистрій рішили і так далі. Олександр Борисович, Юріт Вардовський. Останні скликання молодіжки не настільки сильні, як роки Ярмоленко-Коноплянки. Чи є серед теперішньої якась зірочка, яка могла б так само заявити про себе, як Євген Чіанрій, за яку європейську топ команду вболіває Олександр Головко і чи мріє її очолити? Нет, я не мечтаю ни о какой команде там европейской, которую бы я хотел, скажем так, возглавить. Вот я достаточно приземленный человек и занимаюсь тем делом, которое вижу, люблю и где я буду, скажем так, востребован на сегодняшний момент. Если говорить о каких-то звездах, которые вот будут, то есть это вопрос не ко мне, извините, я не смогу его ответить, потому что я действительно долго работаю с молодежью, я понимаю, что сегодня звезда это да, а завтра ее не будет. Потому я даже сейчас уже какое-то время поработав с ними, но все-таки не смогу так сказать. А вот смотрите, такой вопрос. Владимир Солоп. Не каждый футболист закінчив среднюю школу с золотой медалью. Как Головку удалось поєднати те, что поєднати неможливо. Ну, во-первых, не золотой, а серебряный. Так. Ну, вот это первый вопрос. Ну, знаете, когда занимаешься любимым делом, то я думаю, что отдаваясь ему по максимуму, то есть э, особых проблем, я думаю, возникнуть не должно в любом, в любом деле. Другое дело, что одним дается легче учеба, другим, ну, скажем так, не так легко. Мне давалось это все, и я просто как бы решал задачи по мере их поступления. Нужно было закончить школу, если что-то делаешь, надо делать хорошо. Я пытался ее закончить хорошо, потом поступил в институт, потому что как бы уже хорошо закончил ее, понимаете, бросать это все на достигнуто, ну, не хотелось. Потому потом были еще два института вот, при, вместе с учебой, ну, по большому счету, то есть мне хватило сил и играть в футбол, и заниматься, я в то время э, стал чем в составе Таврии, стал первым чемпионом Украины, да, в 92-м, по-моему, 92, по 92 году, да, и одновременно закончил Крымский институт природоохранного и курортного строительства, именно по кафедре инженера-технолога, то есть, ну, еще раз, не мешало, то есть это как бы, может, даже стимулировало, в каком плане, чтобы быть постоянно в тонусе. У вас вообще не было какого-то научного а, прозвища в команде? Нет, не было. Профессор нет, я думаю, что там все было очень просто. Если это была голова, то это все, в первую очередь связано с моей фамилией, ни в коем случае <laughs> <laughs> вот, не с моей учебы. На кого из тренеров ревняется Александр Борисович? Какую цель тренера ставить перед собой, когда скажет, что достигнув баженного? Это спрашивает Роман Прилипко. Интересный, кстати, вопрос, но если честно, ни одного тренера перед собой не ставлю как какого-то кумира, вот, потому что прекрасно понимаю, что у каждый человек, у него есть и свои плюсы, и свои минусы. То есть меня интересуют сейчас люди, которые умели работать с личностями, такими как мы. То есть, за счет чего они того добивались, за какие струны они дергали, чтобы мы, вот, обладая характером, ну, скажем так, какой-то там определенный пониманием жизни могли играть на достаточно высоком уровне. Вот это мне интересно. И естественно, что я буду сравнивать с тех тренеров, с которыми работал. То есть их там, с одной стороны, вроде не так много было, потому что у меня за карьеру было всего три клуба. Это была Таври, это был Киев, это была китайская команда. Вот. Но даже из этих там, пяти человек, которые есть, я могу сказать, что нельзя делать в футболе, что можно делать в футболе. Но, естественно, обладая какими-то аналитическими там, способностями, да, спасибо, опять же, той же учебе и родителям, вот я могу лучше взять именно для своей работы. Смотрите, вот в наш огород э, камень, ну, условно говорю Богдан Кокович, чи была вам цікава работа в якости футбольного эксперта на ТБ, что нового для себя открыли, кто теперь заместь вас будет анализировать матчи у, стиль, у стиле Sky Sports? О, ну, скажем так, то есть это вопрос, кстати, очень интересный, потому что одно дело, когда ты говоришь и являешься тренером молодежной, ну не молодежной команды, а юношеской команды, где как бы внимание не настолько приковано болельщика, да, и другое дело, что сейчас, когда твои слова должны действительно на, сам, на 100% совпадать с твоим делом, как бы ты красиво ни говорил, твоя команда должна выигрывать. Ну, я надеюсь, что если это нужно будет опять в том числе и болельщикам, то мы будем встречаться, и это не помешает ни каналу, ни, естественно, моей работе. Ну и вот финальный. Э, Назвите украинских молодых футболистов, которые на данном этапе значительно отличаются от своих ровесников. Это тоже Богдан Кукович. Ну, по, по возрастным категориям я могу сказать, опять же, повторяясь, те же самые фамилии, те ребята, которые выходят в составе того же Шахтера, тот же Витя Коваленко, Саня Зинченко, мы о нем говорили, и возможно, Витя Цыганков. То есть это те три фамилии, которые как бы так, ну, можно сейчас сразу сфотографировать. То, что перед глазами. Дополнительное время. Время для того, чтобы вы, Александр Борисович, э обозначили победителя сегодняшней программы W. Ну, наверное, вопрос по тренерам. Вопрос по тренерам. Да, мы... то есть как бы да. вот у кого там что брал, у uh -huh. кого что uh -huh. не брал, он как бы... От меня потребовал больше всего, если можно говорить о каком-то анализе за минуту. Отлично. Это Роман прилипка Мы э, свяжемся с вами. Или вы, Роман, в личном сообщении в, на странице в Фейсбуке W. Оставьте свой номер телефона, так будет, может быть, и быстрее. Тогда мы обязательно вам передадим э, подписанный для вас э, мяч от Александра Головко. Ну что же, вот таким вот э, был э, вот таким вот был W. У нас сегодня Александр Головко, э, Виктор Водско каждый понедельник с 19 до 20 часов вечера футбольное шоу на Радио Вести. Спасибо всем, что смотрели, слушали. Дякую, ну, Александр Спасибо Александр Борисович. Спасибо Дякую больше. вам всем, шановные друзья. Счастья вам, здоровья, миру. Зустрянемся. В. и